Спекулянты готовы скупить квартиры в сгоревшем доме на Шахтеров. Объявления о покупке появились на подъезде высотки. Правда, приобрести жилье спекулянты предлагают по дешевке. Если до пожара квартиры на Шахтеров стоили в среднем 65 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас предприимчивые инвесторы готовы заплатить за каждый квадрат 40-50 тысяч. А если комнаты сгорели полностью, то всего 30. В разговоре с нами бизнесмены признались, что уже обсуждают сделку с двумя собственниками и планируют неплохо заработать. Ведь уже через год цены на квартиры в сгоревшем доме вернутся на прежний уровень. Но риски все же есть. Вопрос следующий. Почему дешево покупаем, да, относительно? Любую квартиру нужно осматривать. Потому что видите, что сейчас с долларом происходит. Цены, в принципе, и на энергоресурсы растут. Соответственно, стройка становится невыгодной. То есть, возможно, будет демпинг, и вкладываться люди боятся. Банки хуже кредитуют. Риэлторы говорят, потенциальные покупатели квартир в сгоревшем доме к ним уже обращались. Разумеется, предполагаемая цена на треть ниже рыночной. Уверен, это выгодный бизнес. После ремонта многоэтажки на Шахтеров наверняка будет самым безопасным зданием в Красноярске. Сейчас он, во-первых, под пристальным контролем органов, под пристальным контролем власти. И, безусловно, все будет сделано в самом наилучшем, скажем так, виде. Никто не знает, какие соседние дома, мне тоже спрашивают, как они сделаны. Никто не может сказать, как проверить их. Но здесь, по крайней мере, этих панелей уже нет. И поставят, безусловно, пожаробезопасный. И поэтому он будет действительно самый пожаробезопасный, с самыми лучшими сертификатами.